Если честно, можно даже не пытаться держать дистанцию. Если честно, между нами еще минут 15 максимум. Станет тесно, слишком тесно в этой комнате огромной. Я забуду забыть, ты забудешь запомнить. И кто-то не я дотронется до души. Снова не про меня, и мне напиши. И в чем тебя обвинять, у каждого своя жизнь. Но не ты, мне в паре нальет еще. Я попробую остыть тебе за его счет. А кроме пустоты ничего внутри его чет. Не влюбляйся, милая, не люби, пожалуйста, оттолкни его силою. Или он бежал, стараясь, топчет и выбросит сердце. Сесть в машину и уехать без оглядки. Мне пора себе внушить, что ты и без меня в парадке. До утра